Всем привет! От Лубянской площади по улице Никольской к магазину парфюмерии и косметики «Новая заря». У меня закончился крем, решила зайти. И хотя я здесь не первый раз, люблю рассматривать все подробно. Как в любом магазине «Новой зари», серия «Красная Москва» – это основная серия, и ей выделено особое место. В прошлое посещение магазина фабрики «Новая заря» показывало новый аромат, который назывался «Запах елки». На этот раз его не оказалось, но я о нем спросила. Оказывается, этот аромат относится к серии «Для дома». То есть это не парфюм для человека, это парфюм для дома. Когда ставим елку, а чаще всего сейчас елки ставят искусственные, добавляем этот запах, и в квартире пахнет живой елкой. С большой настороженностью отношусь к незнакомым парфюмам. Но прежде всего, наверное, из-за того, что не знаю, мой, не мой, как себя поведет, как раскроется. И здесь попробовала два тестера, два разных аромата. Запах показался мне очень активным, не взяла. Прошло достаточно времени, больше суток. На запястье, конечно, запаха не осталось, но вот одевая шубу, запах очень приятно остался на рукаве. А попробовала два разных аромата. Вначале зеленый чай, а затем шанситу, нежно-нежно-розовую. Thank you.
Ну вот то, что я взяла на этот раз. Крем, я уже брала его в том году, очень понравился. Хватило ровно на год, но баночка была немного другая, хотя крем тот же. И скраб для лица. На этом все. Всего доброго!